Добрый день, господин мэр. Здравствуйте, господин мэр. Сейчас с вами разговаривает мэр Марселя Бенуа Пайо. Он вам передает все свои самые лучшие чувства ваши. Он передает свою поддержку и вам, и городу. А если он с вами, он готов вам помочь. Спасибо огромное, господин мэр, за ваше внимание к нашему городу, к нашей стране. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre concern de notre pays et de notre ville. Как вы знаете, наша страна, наш город подвергся российской агрессии. Comme vous savez, notre pays, notre ville est attaqué par la Russie, et nous subissons la pression. И сегодня вся Украина, Одесса, готова защищать свою страну и свои города. Aujourd'hui, toute l'Ukraine, Одесса и Компли, sont prêtes de défendre notre pays et ville. Одесса готова отражать нападение врага, если такое случится. Одесса est prête de se défendre contre l'ennemi, si c'est le cas. У нас героический город. Мы сам он виль герой, мы сам он виль герой. И мы никогда никому его не отдадим. Et nous ne voulons pas le donner à personne. D'abord, je veux vous redire toute notre admiration. Я вам еще хочу сказать, что мы вас очень сильно будем поддерживать. Мы понимаем, что вы героический город, героический народ, и в эту трудную минуту мы хотим вам предоставить всю возможную помощь. В Марселе весь марсельский народ солидарен с вами, с городом Одессы, и мы готовы вам дать всю помощь, всю любую помощь, которая вам может быть необходимой. Мы каждый день смотрим в соцсетях, как одесситы готовятся к нападениям и готовы защищаться. Для нас это пример. Мы вами восхищаемся и мы хотим вам доставить любую материальную помощь. Все, что вам надо, мы готовы вам дать. Только говорите.